Минская «Динамо» продолжает свой путь в Лигу Европы. На очереди ответный матч второго квалификационного раунда. В Македонии динамовцам не хватило совсем немного для победы. Мы верим, что это получится у нас в Минске. В четверг на стадионе «Трактор» в 18:00 «Динамо» примет македонский клуб «Работнички». И только ваша поддержка поможет нам победить. До встречи на стадионе!